Алло, здравствуйте. Это партия регионной области? Да. Это из Киева беспокоит. А меня переключали на вас или нет? По медиакарте, да. Я спрашиваю. Да, на меня, да. Как медиакарта у вас? Сегодня же последний день. Я в курсе. У меня такая огромная к вам просьба. Можно вам завтра утром, либо сегодня, ну, просто что рабочий день? Ну, хорошо. А вы скажите, как это вот... Все вы разделы заполняете или нет? Смотрите, информационное агентство у нас отсутствует. Так, а давайте пройдемся по графе вот печатное издание. Печатное издание? Да, название. Адрес редакции, да? Да, название, адрес редакции. Руководитель. Партийность. Там есть руководителя, учредителя, главного редактора? Да, партийность, ну, по возможности, но мы не 100%, к сожалению. Просто, ну, не удалось. Там, где мы знаем наверняка информацию, там мы писали партийность. Угу. Если не партийность, то я в скобочках писала, что, как бы, ну, лояльно к нашей идеологии. Да, идеологическая направленность журналистского коллектива. Запомните это? Да, писали, только вот по имени, фамилия, имя, отчество, там несколько только будет человек. Вы имеете в виду лояльных к партии регионов? Да, вот именно там просили фамилию, имя, да, отчество. Ну, кто из партийных организаций местных знал, тебе сказали, но так будет себе. Это же все идет вместе с письмом Бондаренко от 9 июня 2011, правильно? Да, 143. 143 письмо. Да, 143. Хорошо.